надо. О, должно быть, это все для меня. В округе никого нет. Она стала уплетать еду, как вдруг увидела большую серебристую рыбу, пытавшуюся плыть вверх против течения реки. Этой рыбе очень тяжело плыть. Вдруг рыба махнула хвостом и выпрыгнула из воды. Она взлетела в воздух и с плеском приземлилась прямо наверху водопада. Это был впечатляющий прыжок. Почти тотчас еще три рыбины сделали то же самое. Плюх, плюх, плюх. Хотела бы я так высоко прыгать. И тут из реки послышалось.